голоден? Что дальше? Домой. Вьюга усиливается. Пойду к упряжке. Помочь? Готов? Надеюсь, Фенрик поспал. Может, и поест, как доберемся домой. Он совсем плохо, Дрейк. Я знаю, но вчера ему было немного лучше. Пусть и недолго. И если он сможет есть, я его не оставлю. Слышишь? Да. Это она. Граница близка. Она не отстанет, да? Она упорна. Будь готов. Меня!
защиты. Мы добрались. Идем домой. Спеки, Свана, оп! Прости, что я не выстрелил. В этом не было нужды. Я все думал, она отступит. Ты спас ей жизнь. Я убил ее сына. Такое не прощают. Да. Смерть Бальдра и впрямь вызвала Фимблвинтер. С того дня снег не прекращается. Может, однажды все наладится. Возможно. Но худшее все еще впереди. Нужно быть сильными. Я сам. Возьму оленя. Ешьте. Он притих. Обычно приветствует нас. Атрей. Фенрир! Как ты, дружище? Все хорошо. Я с тобой. Знаю. И я скучал. Где еда? Ты голоден? Ну давай, надо поесть. Съешь. Что? Помельче? Вот так. Молодец. Сейчас. Ты должен быть готов. К чему? Он же ест, он хочет жить. Он умирает. Ты хороший. Храбрый. Быстрый, сильный. Но пора отдохнуть. Ладно. Я справлюсь. А ты отдыхай. Не мучай себя. Софна, Афра, Тесу, Софна, Этан, Софна, Софна, Софна.
Идем. Тренироваться. Что? Нет. Сейчас же ночь. Нашим врагам ночь не помеха. Зачем? Какой смысл? Мы постоянно тренируемся, и что? Этого мало! Сколько нам прятаться? Мы не прячемся. Мы готовимся к бою, но мы пока не готовы. Идем. Время уходит. За Фимблвинтером последует Рагнарёк. Грядет война. Чтобы не должен был делать Локи, делать это нужно сейчас. Моя история не закончится в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не хочу ни с кем драться. Мне нужны ответы. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, мама того и хотела? Мы не знаем, чего она хотела. И, видимо, не узнаем. Послушай. Дай мне время проститься с Фенриром, прошу. Ну, это угрюмое лицо ни с чем не спутаешь. Расскажешь, что с вами приключилось? Волк умер. О, нет. Фенрир. Как там наш паренек? Скорбит. Пошел его хоронить. А, проклятье. Ну что ж, брат, пора спать. Кратос. Присоединишься? Фэй. Ты готов? Плетешься, будто самый мир сел тебе на шею. Это твоя охота. Ты веди. Ладно, ворчу. Тот только убит.
Но хоть не мучился. И как мне это понимать? Скажи, о чем думаешь? Мы ищем хищника. Волка, да. Хищники убивают. Такой заведенный порядок. Это не всегда так. Не торопись. Не бойся, малыш. Мы хотим помочь. Правда? Нет, нет, стой! Идем. Больной волк, которого мы нашли, он пробрался внутрь. Как я и говорил, мы промедлили. Нас это не касалось. Но теперь... Не обязательно ждать беды у порога, чтобы выйти против нее. Если в наших силах спасти хоть кого-то, надо это делать. Нельзя прятаться и бездействовать. Мы не прячемся. Ждешь, что я его подниму? Молодец. Фэй. Где Атрей? Затем и бужу. Ушел хоронить волка и пропал. Давно уже. Далеко уйти не мог. Ну-ка, следы ведут к застывшей реке. Наверное, там он и копал могилу. Он пробрался здесь. Ты спал беспокойнее, чем обычно. Кошмары? Прошлое снится почти каждую ночь. А, Греция, да? Сражение? Нет. Фэй, она будто хочет что-то сказать. Только не говори, что снова с призраками болтаешь. Нет. Но это не просто воспоминание. Выражайся яснее, брат. Следы оборвались. Холднермен! И мы тут не одни. Налетчики. Их не должно здесь быть. Надо проверить защитный пояс. Вон там впереди дерево, да?
Ну? Ты был прав. Защита пала. Оттого и гости. Что же тут было? Медведь растерзанный. Но кем? Другим медведем. Но его ранили. Они сломали дерево. Надо найти Атрея. Да, лютые звери, злобные налетчики. Он наверняка искал, где укрыться. Мы найдем его. Иди дальше. Эх, поищем обход. Ага, след идет дальше на той стороне. Расчистишь дорогу? Так мы его не отыщем. Надо идти по кровавому следу. С чего пареньку уходить одному? Мы повздорили. Он сказал, что я прячусь от Одина. И что, это разумно? Ты же убил троих его родичей. И расплачусь за это. Поэтому Атрей должен уметь справляться сам. А, ты о том пророчестве. Ну, то, что великаны нарисовали твой труп на стене рядом с другими точными предсказаниями. Я не верю в пророчество. Да? Славно. Куда же делся этот след? Это здесь лагерь. Я знаю, что ты думаешь, брат. Но Атрей не беспомощен. Ты хорошо его обучил. Он тоже так считает. Факелы. И след ведет в эту пещеру. Ну, тогда мы знаем, куда идти. Думаю, мы сможем войти без шума. Хотя так тоже можно. От этих налетчиков вы спасли волков? Нет. Эти здесь пробыли недолго. Туда, вглубь пещеры. Это не все.
Ого! Кто-то попался медведю. Стреляю сверху! Атрей, ты здесь? Ну, оно и к лучшему. Поищем выход. Может, Атрей искал укрытие, увидел налетчиков, пошел дальше, а уже затем тут прошел медведь. Картина боя не впечатляет, надо сказать. Думаешь, медведь шел за Атреем? Ну, а может, наоборот, медведь был ранен, и Атрей хотел ему помочь. Ты же его знаешь. Атрей, где ты? Мы нашли медведя! Он разозлился! Oh.
Что случилось? А ты не помнишь? Я похоронил Фенрира. А потом... Я не знаю. Мне было грустно. Потом была злоба. И страх. Я помню, как бежал. А потом медведь бросился на меня. И я на него. Но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Ты ничего не делал. Они взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет. Их знала только твоя мать. И утаила от нас. Вдруг кто-то мог бы нам помочь. Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи. Атрей. И мы бы поняли, в кого я превращаюсь. Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить. Пока ты не владеешь собой, мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал. Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец. Нет! Соберись.